Глава Чувашии Михаил Игнатьев подписал закон об освобождении родителей и детей-инвалидов от транспортного налога. От уплаты налога полностью освобождается один из родителей, опекун или попечитель ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, проживающий совместно с ним на легковой автомобиле с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил включительно. Сегодня такая мера поддержки предусмотрена только в 4 субъектах Приволжского федерального округа из 14 регионов.